Здесь, на этом турнире, им есть с кем побороться. Так пусть же этот соревновательный дух их толкает вперед. Легко и даже как будто бы немножко беззаботно проходит короткая программа Любови Илюшечкиной и Надари Маисурадзе. Посмотрим, каково им в шкуре победителей. Это все-таки новые ощущения. Произвольный. Посмотрим, здесь все хорошо, все в порядке. Начинают они свою программу с тройного тулупа, и он у них прошел вроде бы все хорошо. Два тройных. В смысле, у нее один, и у него один. Один выброс, Ридбергер тоже чисто. Все элементы с оригинальных шагов и заходов. Вродненькая подкрутка. Честно говоря, я, конечно, все это субъективное мнение. Меня не очень музыка настраивает на какой-то позитивный лад. Она такая немножечко клоунская, эта музыка. Шутливая. Но, судя по всему, ребятам очень комфортно в этой программе, тем более, что это короткая, поэтому, если им хорошо, то, значит, пусть пока будет так. Андрюшки и папе.
Нам всегда не терпится, чтобы спортсмены уже превратились прям в серьезных сразу спортсменов и сразу давали серьезную программу. Наверное, все движется постепенно, пошагово и очень туда, куда надо. Синхронно и близко они пришли на вращение, делали очень чисто и параллельно. Так что все элементы были исполнены на уровне. Давайте же посмотрим, что, каких оценок удостоили спортсменов. Так, а за что у нас деда?